мне подробно пороговое значение розничных цен на социально значимые продовольственные товары на 1, 2, 3 квартал 2022 года. Да? Ну, в первой графе рис шлифованный, тенге за килограмм. Да? 353 это на первый квартал 2022 года, 349 на второй квартал и 363. Это пороговое, да, не должно превышать. Следующий вид. Мука пшеничная первого сорта. 187. Первый квартал 192. Второй квартал 198. Третий квартал. Далее идет крупа гречневая. 485, 500 и 524. Дальше хлеб пшеничный из муки первого сорта 159, 164, 165. Следующий графа рожки. Вот хлеб был булочный, вот этот ручное изделие, да? 292, 304, 304. Далее говядина, лопаточная, грудная часть. 2292 тенге, первый квартал, 2360 тенге, 2466, третий квартал. Мясо кур, 894 тенге за килограмм, 915 это на второй квартал и 963 на третий квартал. Далее молоко пастеризованное. 2,5% жирности в полиэтиленовых упаковках. 221, 223, 226. Это 3 квартала, да? Далее кефир. 2,5% жирности в полиэтиленовой упаковке. 228, 228, 232. 3 квартала. Творог. 5,9% жирности. 1151, 1149, вот должно падать во втором квартале, да, 1174. Яйца куриные, первой и второй категории, 428, 419, должно падать во втором квартале, 421, причем это меньше, чем в первом квартале. Масло сливочное, не соленое, не менее 72. 0,5% жирности без наполнителей и растительных жиров, да? 2922, 3025, 2073. Масло растительное 792, это литр за литр, 835, 862. Капуста белокочанная 124 тенге. В первом квартале, во втором квартале должно упасть 89. В третьем квартале 101. То есть меньше, чем в первом квартале. Лук репчатый 96, 125, 104. Далее морковь столовая 174, 257 и 205. Ну, как бы вот пик и снижение должно быть. Вот это нового урожая, да? Картофель 151, 212, 167. Тоже как бы подъем и снижение, когда нового урожая. Сахар белый, сахар песок 265 это за килограмм. 274 и 270. Соль поваренная, пищевая, кроме экстра, 55-54, должно упасть во втором квартале на 1 тенге, да, и 54, так и должно остаться в третьем квартале. Вот составил исполняющий обязанности руководителя управления Абакирова.